сегодня я проведу мастер-класс по изготовлению игрушки-подушки. Для этого нам понадобится лекала, заранее вырезанные, белая ситцевая ткань, кусочек блестящей трикотажной ткани и ткань атлас. Также нам понадобятся швейные нитки, ножницы, карандаш, синтепон и швейная машинка. Ну что, приступим? Для начала нам нужно на белой ткани нарисовать выкройки нашей фигуры. Ткань у меня уже заранее сделана вдвое, поэтому я просто ввожу нашу деталь и обвожу карандашом. Далее вырезаем. И вот такой кусочек ровной ткани, сложенный вдвое, это у нас будет наша грива. Итак, можно приступать к шитью. Для начала детали нам необходимо наметать. Мы берем иголочку с ниточкой. И первым, что мы сделаем, это соберем нашу гриву. Собирать мы будем гармошечкой. Это делать очень быстро. Сборочка у нас получилась. Закрепляем. Также наметываем ушки. Берем одну деталь белую, одну голубую. Лицом к лицу прикладываем. Наши детали наметаны. Теперь нам нужна швейная машинка. Итак, машинка готова. Берем наши детали, которые наметаны, и прострачиваем на машинке. Берем одну деталь нашей подушки, гриву, прикладываем ее вовнутрь, примерно вот от этого места. Вы можете делать это на глаз. И аккуратненько пристрачиваем почти к самому краю. Наш рожок.
Оля, называем его Синтепоном. Также пристрачиваем его вовнутрь. Вот таким образом. Далее пристрачиваем ушки нашей подушки. Вот таким образом складываем, делаем складочку и пристрачиваем недалеко от нашей гривы. Второе ушко пристрачиваем на вторую деталь. Далее складываем детали лицом к лицу. И сострачиваем. Прячем все вовнутрь, все наши гривы, ушки, и сострачиваем две детали. Далее через отверстие, которое мы оставили, мы набиваем нашу игрушку синтепоном. Синтепон необходимо нарвать на маленькие кусочки и набивать нашу игрушку. Игрушка-подушка у нас получается. Теперь зашиваем вот этим швом отверстие, в которое мы набивали. Такая игрушка у нас получается. И завершающим маневром нам осталось сделать глазки, ротик и ноздри. Для этого нам понадобится иголка с широким ушком и кусочек обычной вязальной нити черного цвета.
Вот такая игрушка-подушка у меня получилась. А с вами была Ксения Фролова. Всем пока-пока!